Иди сюда. Итак, мы с вами давайте сразу в Single X. Ты погоди, ты... Рука под ногой, да, она здесь. А, либо рука не под ногой, она снаружи, не суть важно. Бывает ситуация, что мы, возможно, дотянулись, да, до его второй штанины, но он как бы не проходит, никуда не садится, он начинает балансировать, начинает жестко держать баланс, и никуда вообще особо двигаться не хочет, да, в попытке не потерять свип. Что мы здесь делаем? Вот у меня две штанины, да. Я, да, много веса дается вперед, чтобы я его назад не качнул. Что я делаю? Таз на землю, ногу в яйца, ногу в яйца. А вот теперь самое важное, ребят. Погоди, погоди, куда пошел? А ну встань. Вот здесь очень важно. Я не толкаю его назад, я резко выпрямляю ноги вверх. Важно. Иди сюда. А, Милованов, иди сюда. Можешь терпеть сейчас. У тебя же дети есть уже, да? Отлично. Смотрите. Да, были здесь, дотянулись до штанины. Человек много веса дает вперед, не хочет падать. Таз на землю, ногу я прям ставлю в яйца. Да, с тобой. Вторую ногу ставлю сюда. Если он как бы спиной падает назад, то есть я сейчас резко выпрямлю ноги, небось там сильно боли не будет, и он падает назад, все понятно, да, то есть. Но часто люди отдают вес еще сильнее вперед, прям поставь руки в пол, да, чтобы вот здесь балансировать. Ничего страшного. Я держу ноги и поворачиваюсь просто сбоку на бок в любую сторону, в одну, вторую, ноги прямые. Бам, повернулся, переключился на одну ногу, встаю. Бывает такое, вы взяли две штанины, чувак держит, стоит очень жестко, дал много веса вперед, он никуда не хочет, при этом ноги узко, в X переходить неудобно. Вполне используемся таким способом. Еще раз. Да. Были здесь, зашли. Да, у меня штанина. Он дал много веса вперед, колени еще бывают подсвоят люди. Да, то есть я ни туда, ни сюда. Окей. Таз опустил ногу. Ногу. Важно, я не толкаю. Да, просто там еле-еле-еле. Я выпрямляю ноги. Вот. Натягиваю его на свои ноги. Сбоку на бок. Переключаюсь на одну ногу. Поднимаю ногу назад. Чтобы он не встал, поднимаю ногу. Достаточно простой способ. Как бы сейчас зашли в сингл. Он стоит, много веса вперед, чтобы он не падал назад. Возможно, руки на пол поставил. На ножки натянули, ноги идеально ровно. Прямые, сбоку на бок. Поехали, быстренько по 3 минуты. И простой, перейдем уже к X-гарду. Всем спасибо. Все свободны.